Ребята, всем привет! Многие из вас еще не знают, что у меня вышла лимитированная коллекция одежды Lady Bunny, а именно худи, футболки, шорты, штаны, топы, костюмы и также прекрасная сумка Lady Bunny. Посмотрите, какая она милая. Если ты хочешь быть такой же стильной, как Bunny, обязательно выбирай себе модный лук и заказывай его на сайте корпорации Bunny или в инстаграм-магазине Lady Bunny Shop. Все доступно в твоей стране. Фоткай себя в моем бренде и отмечай меня в инстаграм, и ты обязательно попадешь ко мне в сторис. Всех люблю и целую. Ссылка на корпорацию Bunny и инстаграм-магазин Lady Bunny Shop в описании. Всем пока! Девочки, все помнят, что у нас сегодня по плану? У нас сегодня загар. Я уже оделась по пляжному, только вас, девочки, ждем. Как круто, лежак, солнце, бассейн. А еще, девочки, как круто быть чирлидершами Bunny. Нам можно все. Хотим на шопинг, хотим в салоны красоты. А хотим на загар, пока все учатся. А все потому, что у нас соревнования, и нам нужно быть загорелыми. Да, только все наши одноклассницы нам этого не простят. Но они же не чирлидерши. Им придется. Все круто, но я толстая. Кнопа, ты не толстая. Это все твои накруты. Но я же вижу, вот тут вот. Кнопа, просто зеркало увеличивает. Хватит говорить, что ты толстая. Диана, не нужно врать подруге. Кнопа реально пожирнела. Вот видишь, Диана, я же говорила, я толстая. Настя, не нужно так шутить над Кнопой, а то получишь в глаз. Диана, я не люблю подшучивать, просто говорю правду в глаза. Это правда. Настя, ну с Кнопой же все ок. Ну, у каждого свое мнение. Ну все, я не пойду на пляж. Кноп, ты что, сумасшедшая? Ты что, никогда не видела толстых? Сейчас я тебе покажу. Вот, смотри, 300 килограмм. Или вот, 500 килограмм. Ты не толстая. Ого, такое существует? Кнопа, чтобы больше я не слышала тебя, что ты толстая. Не накручивай себя. Девочки, пока вы спорите, кто толстый, кто нет, солнце уже зайдет. Реально, пойдемте уже загорать. Так, SPF 50, чтобы мы не сгорели. Очки где? Не нужны нам очки, а то будут потом белые круги. Обожаю, когда они так суетятся. Такое чувство, как будто мы едем на море, а мы просто идем к бассейну. Мы готовы! Удачного нам загара! Солнышко, лепись! Хоть бы не сгореть. Не прошло и часа. Как вы долго собирались. Привет, Фиона. Привет, Майк. Привет, Фиона. Привет, девочки. Здравствуйте, Фиона. Можно записаться? Конечно. Девочки, СПФ взяли? Взяли. А лимонад? Нет, ну купим уже. И попкорн возьмем. Привет, Фиона. Здравствуйте, девочки. Если что, мы не прогуливаем, мы идем загорать. У нас соревнования, и наша кожа должна быть золотистого цвета. Ну, можно мы в бане. Да, девочки, конечно. Значит, бани идут загорать. Не поняла. Значит, у нас уроки, а бани идут загорать. Это что, вип-ученики? Мы тоже не против позагорать. Там такая красивая погода. Ты слышала? Соревнования у них. Загорать они идут. Я, наверное, стану бодибилдером и тоже буду прогуливать уроки. Бодибилдер? Это же некрасиво. Зато можно прогуливать уроки. Девчонки, у вас красивые купальники. Вы что, обупели? Спасибо, мальчики. Ладно, мы загорать. Фиона, не забудь поставить, что это не прогул. Девочки, давайте скорее, пока солнце не зашло. Я уверена, вода в бассейне теплая. Девочки, мне кажется, что бане пора поставить на место. Нет, ну у нас уроки. Они идут загорать. А они типа вип-ученицы. А что вы хотите им сделать? Вы что, подслушиваете? Эми, отвали. Пойдем, Эми. Лорен, а у тебя есть крутой купальник? Тебе что, понравились их колхозные купальники? У вас вкуса ноль. Ладно, идемте на урок. На уроке я расскажу вам крутую идею. Привет, Жужа, нам попкорн. Привет, девчонки, один большой только пожарила. Нет, четыре маленьких. Окей, девчонки, четыре маленьких попкорна. Куда это вы, девчонки, такие красивые, нарядные? Загорать! У нас соревнования, нужно быть красивыми. Привет, Дана. Привет, Вов, можешь меня хоть иногда не замечать? Держите, девочки, удачи вам повеселиться возле бассейна. Спасибо! Круто девчонкам Bunny, хотят гуляют, хотят веселяться. Да, девчонки Bunny, они такие, повезло им. Вот поэтому я обязательно замучу с Даной. Забудь уже про Дану, неси лимонад.
Недавно мы нашли заброшенный зоопарк, и животные очень ждут нашей помощи. Помоги нам спасти бедных животных и построить комфортные домики для них. Скачивай игру и принимайся за работу. Панды, слоны и львы ждут твоей помощи. Ссылка на игру в описании. Блин, меня эти бани уже реально задолбали. Пошли загорать. Завидовать плохо. А вы типа не завидуете, да? Что мы тут учимся, а они там загорают. Ну ничего, Лорен, ты что-то придумала, проучим их. Возьмите нас с собой. Нет, сами справимся. Да, у меня есть одна идея. А может, мальчики сделают им пипи в бассейн? Можем. Ты что, они нормальные? Мы в этом бассейне тоже плаваем. Тогда что мы сделаем? Украдем их вещи. Пускай в академию приходят без одежды. Вот им летит от директора. Ребята, всем привет! Фиона уже выбирает вожатых на летние каникулы. Ну что, ребята, кто справится с этой задачей? Я! Круто, сколько желающих? Но нам надо только два человека, девушка и парень. Тогда выбирайте, житель Майк, кто лучше всех справится? Предлагаю обратить внимание на меня. Вы же знаете, я ураган. Любого построю. И кашей накормит, и спать уложит. Хорошо, ребят, после урока обсудим. Фиона, подойдешь на перемене? Девочки, на перемене мы ничего обсуждать не будем. У нас есть дела поважнее. Ага. Зак, а ты не хочешь на перемене к бассейну подойти? Зачем? Сделать туда пипи? Нет, за девчонками понаблюдать. Можно. Настя, пойдем поиграем. Ладно, Даночка, пойдем поиграем. Кнопа, Диана, поиграть. Девочки, только давайте недолго, мы же пришли загорать. А то придется делать тростниковый загар. Не понимаю, почему баскетболистки уже нам позавидовали? У нас же соревнования. Все хотят загорать, потому что загар скрывает целлюлит. Кнопа, ты фактишь? Ну что, пора принимать солнечные ванны. Ну что, Дана, готова ловить? Только недолго, нам загорать нужно. Давай, Настя. Дана? Дана, как это так? Не знаю, Настя. Пацаны, погнали завтра на пляж? Погнали! Позагораем. Когда тело загорелое, оно выглядит бомбезно. О, да! Тогда завтра треши не будет, пойдем на пляж. Ну что, давайте тогда тренироваться. Давай! Сюда, нет! Закидывай! Да! Мартин! Тимур! Блин, Зак, баскетболисты! Так и чё, мы их вроде бы уже не боимся. Да блин, просто чтобы они нас не спалили, то что мы идем в бассейн за ихними девчонками наблюдать. А как они нас спалят? Мы спрячемся за кусты. Хорошо, значит мы идем и громко говорим. Собираем жуков, улиток. Пошли. Идем собирать улиток, жуков! Давай, видишь, они на нас даже внимания своего не обратили. Отпусти уже мою руку. Идем. Так, девочки, наша черлидерская форма очень короткая, поэтому нужно снять юбки, чтобы не было белых полос. Зак, не бойся. У меня колени трусятся. Тут черлидерши загорают. Ты когда-то видел такое? Нет. Ну вот и все. Ого! Если нас кто-то увидит, нас отчислят. Нас никто не увидит. Эх, баскетболисты нам этого не простят. Баскетболисты играют. Девочки, значит так, слушайте, мы сейчас подходим к бассейну, тырим их вещи и пусть попробуют прийти в академию без вещей. Это будет трэш! Послушайте, баскетболистки, вы тут что-то замышляете? Не боитесь мести от бани? Кто-то еще здесь боится бани? Нет! Ой, чувствую, до выпускного вы здесь не продержитесь. Вылетите как три пробки. А я хочу, чтобы сейчас с холла вылетели вы. Нам нужно важное дело обсудить. Короче, как только они придут в академию без одежды, сразу стучим учителю Майку. Скажем, учитель Майк, вы только посмотрите, у нас ученицы Вани вообще без комплексов. Без юбок в академию пришли. Пора, девочки, а то вдруг они недолго загорать будут. Пошли. Фиона, а ты внимательно следишь за учениками? А что такое? Ну просто кто-то хочет заниматься плохими делами. Только мы тебе этого не говорили. Джо, Боб, мы ищем парня на место вожатого, никто не хочет. Короче, iPhone 8 тянет все игры. Да, 8 уже старая. Мы? Нет, спасибо, я уже и так как белка в колесе. У нас и так много работы. Короче, хороший вариант, и по деньгам немного. Окей, Джо, Боб, нет. Я немножечко посплю, а то меня на солнце так разморило. Мы тоже поспим.
Обалдеть, они уснули. И долго мы еще будем здесь сидеть? Ну давай еще чуть-чуть посмотрим. Мы что, ждем, пока они пойдут плавать? Ага. Короче, я уже в предвкушении, а вон и их юбки. А что делает Шон и Зак в кустах? Офигеть! Вы что тут делаете, а? А вы что тут делаете? Вы что, смотрите на бани, да? Мы сейчас пойдем и настукачим. Пошли вон отсюда. Это не моя идея, это все Шон. Не ври, Зак. Все, мы уходим, стукачить не обязательно. Я в шоке, наши парни пялятся на бане. А я давно говорила, завязывайте с ними в отношениях. Ладно, девочки, мы тут разрались, идемте тырить юбки. Вот это вы попали. Так, на этой неделе я продала 100 пирожных, 200 лимонадов. Видно, что лимонады идут лучше. Дело идет к лету. Привет, Жужа. Прикинь, нас хотели взять вожатыми в лагерь. И? Мы отказались. Мы же правильно сделали. Вы что, болваны? Да быть вожатым в лагере, это круто. Вы же будете главными. Но я и так много делаю работы. Быть вожатым, это постоянно кого-то строить. Я не хочу, чтобы меня по голове настучали. Значит так, вы идете к Фионе или к Майку и говорите, что вы хотите быть вожатыми. А еще, Джо, ты говоришь, что ты будешь вожатый, а я буду вожатым. Да мы все не успеем. Успеем. Я давно мечтала навести порядок в лагере. Но это без меня. Я не хочу в этом участвовать. Вожатый, вожатая. Жужа, а скажи, iPhone 8, это нормально? Какая 8? К Майку и к Фионе, быстро! Так. Ой, девочки, что-то ветер уже поднялся. А я чувствую, что у меня руки покраснели. Пора возвращаться в академию, девочки. Где наши вещи? А хорошо, что я была в шортах. Они что, улетели? Как мы будем возвращаться в академию? Баскетболисты! И что делать? Другого прохода нету. Ладно, скажем как есть, у нас пропали вещи. Смотрите! Ого! Диана, это что за внешний вид? Чё вы в купальниках по академии разгуливаете? Привет, мальчики! А мы это, загорали! И у нас пропали вещи. И вот теперь не знаем, как в академию зайти. Девчонки, вы в академии, а не на пляже. Вот завтра мы идем на пляж, можете пойти с нами. И вот там уже можно надеть купальники. А сейчас, что вы себе позволяете? Вы что, глупые? У нас вещи пропали. Ладно, девочки, пойдемте отсюда. Здесь мы поддержку не нашли. Фью-фью! Диана, я с тобой поговорю. Вещи пропали. Реально, куда они могли пропасть? Да ходят, просто купальники показывают. Короче, давайте играть, да. Томас! Оп, смайл! Обалдеть, что вы сделали? Вы что, украли их вещи? Тут как бы Фиона. А если вы расскажете, мы расскажем, что вы подглядывали за ними в кустах. А с такое вы вылетите из академии. Ладно, мы молчим. Вот и отлично. А еще я поговорю с тобой, Шон, и объясню, что подглядывать за чужими девчонками – это плохо. Блин, там киса, что делать? Что делать? Иди! Хорошо, что там хотя бы только кисы, больше никого. Ладно, пойдем. Привет, кисы! О май гад! Вы что перепутали? Академию с пляжем? Наши вещи куда-то пропали. Ладно, нам сейчас некогда говорить. Девочки, это что? Вы где, в академии или на пляже? Учитель Майк, простите! Мы вам потом все объясним. А, по-моему, это беспредел. Ужасно, в академию в купальниках прийти. Извините, учитель Майк, извините. Согласен, кисы. Баня к директору. Учитель Майк, за что к директору? Мы были возле бассейна, и наши вещи просто пропали. Девочки, это не оправдание. Фу, какой позор. Фиона! Ну скажи, что мы загорали. А может, вместо загораний нужно уроки посещать? Да они ходили загорать. Да какая разница, они в купальниках в академию пришли. Честно, девочки, Бани, я с вас в шоке. А я в каком шоке? Девочки, давайте к директору.
Только наденьте юбки. Хорошо, учитель Майк. Но если мы узнаем, что наши вещи украли, этот человек сразу вылетит с академии. Ребята, как вы думаете, наши вещи пропали или их кто-то украл? Напишите в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и ждите наши новые крутые серии. Всем до новых встреч и всем пока. А мы к директору. Ваню у директора, по-моему, это первый раз за год. Фиона! А мы знаем, почему Ваню в одних купальниках. Девочки, мне сейчас не до этого. Я ищу вожатого и вожатую.